как соус чили. Новости в речитативе о России и о мире. 31 выпуск, как статья 31. Правособрание в Конституции мы не отдадим. 5 декабря Москва, чистые пруды, заполнены людьми, окрестные улицы и дворы. Народ не верит в такие честные выборы. Сфальсифицировали. 6 декабря триумфальное продолжение. ОМОН, внутренние войска, передвижение. Люди реально взволнованы, а по ТВ ни слова. Общество не готово и больше увлечено футболом. Яшину и Навальному по 15 суток. Это еще не сроки, но уже не до шуток. Это борьба, реальный уличный протест. Стихийно или кто-то контролирует процесс. Можно попасть под пресс, но все равно идут. Пока протест, но может превратиться в бунт. Это обычные люди, которые тут живут, которые хотят правды и ненавидят, когда им врут. Специальный гость, Камикадзе Ди, рады тебя приветствовать. Как ты, Дим? Говорят, на выборах ты был наблюдателем, то есть ты гражданин ответственный и сознательный. Это правда, смотрел и наблюдал, все замечал, а кое-что даже пресекал. Готов подтвердить, что были приписки и вбросы. Вообще к работе комиссии много вопросов. Это понятно, ну а коллеги как? Внимательно следили за честностью голосования? У большинства в голове какой-то бардак, и не на том они концентрируют внимание. Так большинство уверено, что все решено заранее, и им дела нет ни до голосов, ни до ЗАГС собрания. Понимание важности выборов придет, ответственность каждого к марту возрастет. Арестован бизнесмен Виктор Батурин, брат жены бывшего московского мэра. Он напряженный, он очень нервно курит, под угрозой его свобода и даже карьера. Старые делишки всплывают наружу, и тут нетрудно догадаться, под кого копают. Арестовали брата, вызывали мужа, Елене Николаевне как бы намекают. Мы думаем, что Москве и москвичам тоже очень интересно эта история. Без эмоций, спокойно, не сгоряча, понять, как жили и работали при Лужкове. Что допустимо, а что непозволительно? Кто и как проводит музыкальную политику? Кто целует в десна власть и шоу-бизнес, он политики является ли частью? Иосиф, здравствуйте! Здравствуй, Саша! Разобраться действительно трудно, но важно. Методы агитации переходят границы, все чаще к ним привлекают известные лица. Они порой сами не в курсе, но зрители в сети ведут активные дискуссии. Красят в партийные цвета, какая партия, такая и звезда. Вот вам пример, мы все помним недавний бой, в котором одержал победу народный герой Федор Емельяненко. Ну а что по сути обсуждают больше то, зачем свистели Путину? Так кто и куда переходит, и можем ли мы говорить о слове свободе? И был ли договор негласный? Мы пустим вас на телек, а вы лояльны к власти. Версии разные, до конца не ясно, кто кому, а главное, за что ласков. Громкую огласку и недоумение получил случай на концерте «Машины времени». В перерыве объявили, что концерт проходит при поддержке «Единой России». Но если верить словам Андрея, это как, простите, предупреждение. Зрителям недоумение, кто менее, кто более, кто из артистов искренен, а кто играет роли. Народ недоволен, и это не секрет, не звезды нужны партиям, а их авторитет. Дино МС, СТ, лови на видео, новости какими вы их еще не видели.